Всем привет! Это пятый выпуск нашего блога. Хочу вам рассказать о книге отца Михаила, которую он написал в соавторстве с протоиереем Дионисием Мартышиным. Вкратце об авторах. Протоиерей Михаил Песси, кандидат богословия, клирик Запорожской епархии, настоятель храма во имя Святой Мученицы Татьяны, организатор и руководитель православного молодежного объединения «Логос», православной социальной службы «Дом милосердия». Там мы со Светой состоим. Протоиерей Дионисий Мартышин, доктор наук в области планетологии, доктор богословских наук, директор духовно-просветительского центра имени святых апостолов, заведующий кафедрой украинского православия, теологии МАП. Рекомендую эту книгу для тех, кто интересуется христианской философией. А также отец Михаил крестил нашего ребенка. Описание книги. Книга ознакомит читателя с основными вопросами христианской эсхатологии. Философия истории вводит в круг основных идей и проблем христианской мысли, христианской дистерософии, рассматривается в русле трансформации мировой культуры, политики и экономики со всем драматизмом и катастрофической ситуацией существования современной цивилизации с надеждами и планами на спасение. Издание отражает современный уровень знания ключевых проблем эсхатологии, понимания определения эсхатологической основы христианской религии с воздействием с политикой, культурой и другими социальными системами. Учебные пособия снабжены текстами известных богословов, философов и публицистов, которые рассматривают вопросы эсхатологии, философии, истории. Для специалистов в области эсхатологии, философии, истории, политологии, социального учения, православной церкви, а также читателей, интересующих христианской философией и православной духовностью. Книга может быть рекомендована в качестве учебного пособия студентов духовных школ. Вот он подписал для нашей книги молодежки. В 2016-м она выйдет. Также у нас взяли два интервью со Светой для телеканала ТВМ. Это первое, это «Одни в городе». И второе, Света давала интервью, был соцопрос, кого вы предпочитаете, местных кандидатов или тех, которые из Запорожья или из других городов. Thank you.
многие видеозаписи связаны с моей жизнью. Если какие-то анонсы концертов, то значит и с этим концертом я как-то связан. Или как PR-менеджер, или как просто менеджер по продаже билетов, или как организатор. Также анонсы фестивалей или какие-то трейлеры — это те фильмы, которые я продвигаю или буду показывать на фестивалях. Какие-то новостные части из телевидения тоже, где я принимал участие, или автор этого сюжета, или как активист. Ролики с концертов, где это я снимал, где выступали, где я присутствовал как зритель или участник, или то же самое, как помощник. Также есть пару видео, где я что-то рассказываю. Какие еще моменты там. Так что все видео, связаны со мною, они не просто так добавляются. Так что, не игнорируйте мой канал. Я что еще бы хотел добавить по поводу ВКонтакте. У меня загружено уже больше где-то 20 тысяч видео и просмотров уже где-то 20 миллионов. Ну там сбилось все, потому что лимит ВКонтакте 5000 видеозаписей. Поэтому я там пробовал удалить, чтобы как-то, может, там бы появилось, но не получается, потому что слишком много видео. Кто хочет посмотреть мои видео, они могут их найти по старым ссылкам. У кого там сохранились, может, не сохранились. Но вот у меня, допустим, сохранились пару ссылок. Я заходил и видео свои смотрю. Но их тяжело найти. Ну, можно там, если как-то постараться, то можно все найти. Много было у меня видеозаписи, было где-то около больше 1000 комментариев. Но главное, что они есть, и их можно посмотреть, если постараться найти. Еще хочу добавить по поводу сериала «Слуга народов». В этом спикере сыграл очень один талантливый актер, который отметился в фильме «Смертельный живой», который я представлял в Мелитополе. Также актер играл в «Смертельном живом» Олег Примагенов, который играл в сериале «Остань Москаль» и «Поводырь». У меня есть информация, что будет совершено преступление. Ты будешь меня считать сумасшедшим? В этом плане можешь не волноваться. Я и так считаю тебя сумасшедшим. Ты веришь в судьбу? Ты встретишь свою жену. Так звучало сообщение от неизвестного номера, после которого я встретил свою любимую. Позже этот же номер написал: «Твой дом сегодня сгорит, и через пару часов от моего дома остался лишь пепел». Это продолжается уже 3 года. Несколько часов тому назад мне пришло новое сообщение. Сегодня в 21:03 я умру. Я хочу услышать, что было дальше. Я же плохой человек. С нами ничего произойти не может. Если я здесь остался, я тебе это гарантирую. Ты ждешь еще кого-то? Нет. Не тільки водити, він ще має і торбу стерегти, і води принести, і про небезпеку побрати. Твої очі – це мої очі. Зрозумів? Так. Тільки його задержати і сообщат, зразу заберіть його. Пацан убежав. Носом землю руйте, но найдіть мені этого сопляка американського. Ти справді сліпий? У пацана здесь никого нет. Значит, будет добираться в Одессу. Они туда с отцом прибыли. Тебе я звати? Андрей. Это вот контрреволюция! Ты вбив безневинного.
з'їзд соціалістичних кобзарів. Вони ж як діти. Ти ж не вб'єш дітей, правда? А не діти вони, Іване, а солдати. Чому квіти завжди повертаються до сонця? Тому що квіти також мають очі. Алло. Да, слушай. Тут є один мега крутой чел. Мой школьный друг. Да, ученый парень. Надо им помочь. У него есть суперпроект, надо будет с ним пообщаться. Паш, продай форум, купи машину. Не хочу машину. Укачивает. Черт возьми, я думал, мы работаем с инновационной компанией, а вы торгуете здесь как на базаре. Мы создаем новое совершенное средство коммуникации, а вы? Что вы здесь устраиваете? На биржу когда можно будет пойти? Года через три. Ладно, твои пассажиры торгуются. А ты-то что хочешь? Молодежь, есть закурить! Убери компьютер и не выпендривайся! Заткнись, дура! Мы 5 лет учились, а ты нам мешаешь, коза закомплексованная. Спорим, у тебя через год не будет миллиона долларов? А у меня будет. Миллион так миллион. Спорим. Предупреди Чумаченко, что со дня на день Mail опубликует скандальный пост о краже кода. И под этим предлогом остановит монетизацию игр. Это 30 миллионов уголовников. И соучастники известны. Всех посадить нельзя, но 10 тысяч можно. Алло, послушай, мы висим. Сейчас разберемся. Так, идет огромный поток запросов к сайту «Волна» 1,5 гигабита. Канал забился. Есть идеи, что делать? Если честно, нет. Всем пока. Не забываем ставить лайки и рекомендовать наш канал.